Привет всем! У нас в Израиле жарко, очень жарко, сейчас 34. Но чтобы вы понимали, у нас море рядом, и поэтому это не просто 34, это 34 с повышенной влажностью, 70% влажности. Это просто печка какая-то, баня. И как вы думаете, вот в эту жару чем кормить семью? Правильно, русской окрошкой! И я хочу поделиться с вами своим рецептом, своим небольшой своей фишечкой, как я готовлю окрошку. Оставайтесь со мной и начинаем готовить. Что для этого нужно? Картошка, редиска, огурцы, вареные яйца, зелень. У меня петрушка, укроп, зеленый лук. И нужны вареное мясо или вареная колбаса. Если ничего этого нет, но окрошки хочется, как у меня, то сосиски тоже подойдут. Все эти ингредиенты мелким кубиком нарезаем и заливаем кефиром. А теперь внимание! Свою окрошку я начинаю собирать с конца. Зелень заливаем кефиром, и пока вы все режете, кефир впитает в себя ароматы зелени, напитается всеми вкусами трав, и окрошка получится просто замечательной. Берем глубокую салатницу, всыпаем туда зелень, заливаем кефиром хорошенько, перемешиваем, и пусть это все настаивается. А мы пока порежем другие овощи. Готово. Единственное, я смотрю, что вот в эту салатницу у меня все не войдет. Так мы возьмем кастрюлю побольше и сейчас все вот сюда будем ссыпать. Яйца, картошечка, редиска, огурцы, колбаска. Заливаем все нашим кефиром с зеленью. Кефира будет недостаточно, конечно. Я сейчас его еще добавлю. Все это заливаем как следует. Ну все, наша окрошка готова. Можно еще подсолить и подперчить по вкусу. Приятного аппетита!